Уже завтра на экраны кинотеатров выйдет лента «Алмазный меч». Фильм снят киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта. Сама картина повествует об основании казахского ханства. Это киноверсия многосерийной картины «Казахили». И посмотреть фильм можно на двух языках – казахском и русском. Спустя 5 месяцев изнурительных работ, смены множества декораций и местностей на экраны вышла долгожданная кинокартина «Алмазный меч». Фильм рассказывает об основании казахского ханства, как в середине 15 века султаны Жанибек и Керей, не выдержав сурового правления коварного Абулхаир-хана, решают откочевать от него. Вместе с ними отделиться решают несколько десятков тысяч кочевников, но путь к независимости будет нелегким. Это такой огромный исторический период, когда на евразийской карте начала исчезать империя Чингисхана и империя Тамерлана, которая появилась следом. Да? И вот на развалинах этих огромных империй вдруг начали появляться новые нациообразования, государства, кочевые государства, полуоседлые государства. В фильме есть слезы, сражения и драматический накал. Картина покорит зрителей не только воспроизведением истории, но и спецэффектами. Как показали результаты премьерных показов, интерес к картине очень высок и вызвал большой резонанс в социальных сетях. Заинтересовались «Алмазным мечом» и за границей. Очень сильно голливудские, иностранные, европейские, причем латиноамериканские даже телеканалы заинтересовались нашим проектом. Над созданием картины в общей сложности работали 500 человек. Съемки велись в Алматы и Алматинской области. «Алмазный меч» выйдет в кинопрокат уже завтра на казахском и русском языках. Условия нашего соглашения буду устанавливать я, а не он. Нургали Карабаев, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.